И еще, вот, Михаил, хотел узнать, вот лично у вас там вот, ну, был последний бой, я его смотрел. Сейчас у вас там со здоровьем все в порядке? Вроде там говорили, в больницу вас там забирали. Ну, обычная, скажем так, процедура. Обычная процедура. Да, как бы у меня был под глазом, как оно правильно говорить? Гематома или что? Да, да, вот это гематома. Обратились в больницу, посмотрели, все хорошо, и вернулся домой. Так что все, слава богу, хорошо. Угу. И вот еще, пожалуйста, объясните такой момент. Я вот не понял, что вы делали, вот, грубо говоря, в пятом, ой, наверное, в шестом и седьмом раунде. В шестом, да. Да, вот, вот пошли вот вперед и буквально вот все на себя принимали. Вот что это такое было, зачем? Мне практически все задают этот вопрос. Ну, никто не понял. Да, потому что, может, мало кто готов к этому. И мало кто из российских тренеров, хотя нет, я не совру, но мало кто из зрителей просто, да, понимает это. Мы решили с тренером отдать шестой раунд. Просто отдать, чтобы забрать остальные. Первого мы преследовали, чтобы соперник по нам махался. Многие говорят, что он даже не устал. Но, поверьте, я был в бою, и я ощущал, как дышит соперник. Поэтому я знаю, что он за шестой раунд тоже маленько подвыдохся. А я в то же время восстановился. Вот, и поэтому остальные раунды я начал забирать. Особенно восьмой, девятый, были поярче всех остальных, да, если вы смотрели. Ну да. Ну, такой тактический ход, и я благодарен моему тренеру Тарвиковичу, который, вот, в принципе, осмелился предложить такое. Говорит, давай мы отдаем шестой раунд, не бьем, просто защищаемся. Вот. А то, что говорят, у меня гематома появилась в шестом раунде, ничего подобного. У меня гематома появилась в конце второго. Это удар был в конце второго раунда. И я соперника очень плохо видел левым глазом как раз. Вот уже с начала третьего раунда. Вот. Поэтому решили шестой отдать, чтобы паузу взять. Ну, это было рискованно, откровенно говоря. У меня вот там победили, вот, наверное, как... Какой там счет был? 96-94 примерно. 96-94, да, рискованно, согласен. Но если бы не риск, я думаю, если бы не риск, то можно было бы и весь бой отдать. Не дай бог, да. Мы решили таким путем пойти, поэтому мы не боимся экспериментировать, хотя это не было экспериментом, мы вот так вот просто осмелились пойти на такое. Угу. А когда в следующий раз планируете выходить на ринг? Это не ко мне, но это к команде. Но я думаю, примерно, ну, возможно, плюс-минус, там, сентябрь месяц, там, может, чуть позже, может, чуть-чуть раньше. Ну, вот так вот, ориентируй, это сентябрь, примерно, месяц. Понятно. А с чем связан такой перерывчик, получается, в полгода примерно, да? А у нас, получается, просто бой был тоже такой, на самом деле, сложный, да? Да. И восстановиться, и много работы сделать по физической подготовке, по всяким моментам, где нам нужно добрать. У нас уже просто, ну, у меня был 9 декабря бой, а до этого тоже, ну, то есть были короткие промежутки, 9 декабря, потом 3 февраля, небольшие промежутки и бои такие насыщенные, поэтому мы решили взять немного побольше паузы, тем более сейчас у нас бои будут более значимые и с более серьезными соперниками, и тут надо тщательно готовиться не 2-3 месяца, а уже как-то полгода нужно на это. Угу. Тут уже все посерьезнее. Возможно ли там будет какой-нибудь претендентский, условно говоря? Это планируется вообще? Это близко к этому. Мы, может быть, сейчас еще бой проведем, а потом уже на претендента, да, будем стараться выходить. Опять же, все как команда планируется, как должны сработать. Вот. Угу. Я думаю, в ближайшее время будет планироваться претендент какой. Угу. Хорошо, спасибо большое, Михаил. Спасибо, всего доброго. Всего доброго.